Финал! Петел Пава, 12 лет. Да, некоторые девчонки круче, чем парень танцует. Да, вообще, так, такие элементы ждут просто. Давайте, парни, разогрейте тут все. Oh!
предлагаю это читать. Это финал. Так, готовы? Раз, два, три. We'll be right back.
русского языка. Готовы? Раз, два, ну, три! Так как начинается церемония награждения. Места у нас, соответственно, утешительные, а первые те, кто поедут на битву стилей. Ребята, кто выиграл первые места, вы попадаете в основную клетку на битву стилей в родном стиле Владимира. Итак, дети семи до дети Марса, сын Марса. Девочки до 9, Евстигнеева Анна. Так, дети 10-12 лет, Лил Кирилл. Девочки до 13, первое место, Тори! И, наконец-то, 14-17, юниоры, первое место, Красава! Красава, красава! Никитин, я руководитель брейк-данса в городе Красноармейске. Сегодня у нас в городе состоялся Красно-баттл. Это при поддержке международной битвы стилей, которая проходит во Владимире. Сегодня здесь приехали ребята с разных городов, не только Московской области, но и был Калуга, Владимир, Дмитров. Из Москвы приехали ребята. То есть сегодня был отборочный чемпионат, и те, кто сегодня заняли первые места, они попадают автоматически на международную битву стилей. Международная битва стилей является в России одним из самых значимых событий в мире брейк-данс. Победители битвы стилей во Владимире являются лучшими в России ребятами, которые танцуют брейк-данс. То есть сегодня у нас участвовали дети, которые на сегодняшний момент являются чемпионами России по брейк-дансу. Они приняли участие в этом соревновании у нас в Красноармейске. Сегодня у нас было около 10 городов представлено и больше 100, около 150 человек, наверное, у нас посетило. Неважно, чем вы занимаетесь, делайте это профессионально, и вы будете получать от этого удовлетворение. Занимайтесь любимым делом, танцуйте, получайте удовольствие.